1750 году в городе Ярославле открылась театральная хоромина Федора Волкова. Большой любитель светских развлечений генерал-поручик Шпрингер решил не отставать. И спустя 14 лет в Омской крепости в Чертежной открылся оперный дом, между прочим, второй в России. Днем в крепости муштровали солдат и наказывали колодников, а вечером звучали оперные партии. По приказу Шпрингера деньги на артистические костюмы собирали обитатели крепости. Режиссура в театре была поручена молодому офицеру Ивану Андрееву, который чудно играл на скрипнице и бандоре. Он лично ездил в столицу за новыми пьесами, чтобы потом чинить в Омске разного рода трагедии и комедии. В 1810 году оперный дом закрыли, жаждущие зрелища мечи довольствовались выступлениями заезжих артистов. А в 1905-м в Омске наконец-то появляется стационарный театр, наследник оперного дома. Омская крепость быстро превратилась в один из важнейших форпостов на восточных границах Российской империи. Это была единственная в Сибири крепость второго и, кстати говоря, самого высшего разряда. Равная ей по постройке и наличию войск была только в Оренбурге и на западных границах Российской империи. Однако не только своими бастионами и воинской выправкой солдат славилась наша крепость, но и тем, что в 1764 году, в 1050-м открылась Ярославская театральная хоромина. А у нас было устроено первое представление светского театра. Кто бы мог подумать, что в далекой сибирской крепости, не имевшей тогда даже статуса города, зазвучат оперные партии. Оживить эту дивную историю мы пригласили сегодня в студию нашего почетного гостя, академик Петровской академии наук и искусств Марк Мудрик, художник-миниатюрист Анатолий Коненко, искусствовед Омского музыкального театра Ирина Никеева и историк Сергей Первых. Ну, для начала вопрос для всех. Как так получилось, что в военном гарнизоне открылось увеселительное учреждение практически? Да, Сергей Юрьевич. Я не считаю театр увеселительным заведением. Увеселительное заведение – это кафе «Фонтан», где можно выпить, провести время. И я думаю, что гарнизон, он имел такие заведения. Наверняка. Наверняка. Это если вы исходите из того, что... Ну, до конец 18 века в Омске числилось порядка 390 мастеровых и цеховых, торговых людей около 10 человек. И при этом гарнизон был порядка 3500, сам нижних чинов и около сотни офицеров. То я думаю, что вопрос об увеселениях здесь стоял весьма просто. Покойный наш историк... доктор наук, профессор Александр Дмитриевич Колесников на одной из первых же наших лекций сказал, если вы думаете, что гарнизон, он всегда был только на защите, вы ошибаетесь. Омск всегда занимал первое место по количеству выпитой водки и количеству колод потребленных игральных карт. Ну вот, все-таки, исходя из этого, мы уже с вами подходим к самому главному. Мы забываем, что 90 человек более, это все-таки были офицеры. Офицеры, ну, с определенным, и надо сказать, высоким уровнем образования. Там были люди, которые понимали, что переводчик, он дипломат, а соответственно он должен быть еще и немножко артистом. В противном случае ему делать на дипломатическом поприще нечего. Вот, поэтому... Там им явно преподавали не только умение чертить, и не ну и только танцы. Умение говорить, но навыки общения и политесса. Соответственно, само по себе и вызревает сам вопрос о том, что творческая личность всегда найдет себе выход. И мы понимаем, если вот говоря об этом, что создание, ну так скажем, театрального дома для Омска просто назревало. Потому как к концу 18 века это уже не просто крепость, это уже город, это уже есть, ну, как скажем, семьи, женщины, и требуется создание, ну, пусть какого-то малого рекреационного пространства. И променад куда-то, да, вот с этими женщинами совершать надо. Да, и променад, надо девушку гулять.
И супругу надо выводить. Культурный поэтому, досуг. Культурный досуг требовал развития. И в таком случае, я думаю, что Андрееву деваться просто было некуда. Да, вот Шпрингер, он поручил, значит, организовать все это дело Ивану Андрееву. Марк Семенович, он автор повести об Иване Андрееве. Кто это был такой, Иван Андреев? Вот ведь в театральной энциклопедии о нем ни слова. То, что я написал когда-то 20 лет назад. А художник вот представил его вот в таком вот виде. Ну, вот довольно типичный издание. Офицер, наверное, для того времени. Вот. Андреев родился в 1744 году. Иван начал учиться с 6 лет. Вот поэтому вот так и случилось, что Шпрингер, когда ему надо было назначить, это его была идея театра, назначить руководителя, он избрал 21-летнего мальчишку, еще не имевшего даже звания вахмистра. Как удалось ему вот организовать этот оперный дом далеко за Уралом, далеко от столицы? Нет, это не он организовал. Где он пьесы для постановок брал? Вот, Шпрингер организовал. А вот здесь опять перекличка с вами. Дело в том, что это был второй театр в России после Волковского театра в Петербурге. Всего разница в несколько лет. В Ярославле? Нет, я ничего не помню. Ну, Волковский театр в Ярославле. Году, в 1750 году в Ярославле Волков создал свою самодеятельную труппу. А в 56-м он перекочевал в Петербург. Там его даже определили на учебу. Вот. И создал на Васильевском острове первый профессиональный русский театр, очень похожий на омский. Омск был второй, ну, неудобно, надо столицу пропустить вперед. Все вот. Для вас. Из Ярославля в Петербург. Так, и вот тогда, и, собственно, эти театры были всем похожи. И репертуар, по-видимому, у них был одинаковый, потому что тогда был... И руководитель театра один и тот же. Там Волков, здесь Андреев. Разница небольшая. Ну, в общем, все одинаковое. Маленькое отличие было все-таки. Театр на Васильевском острове имел свое помещение. Свое собственное. А мы в Чертежной ютились. А мы тоже имели свое помещение. Чертежное. Но как бы... совмещали. Чертежный, так назвал Шпрингер, он собрал со всей Сибири, он решил строить новую Омскую крепость. Он собрал со всей Сибири знающих людей. И вот они собирались в Чертежной. Она не сохранилась, это в крепости. Вы, наверное, раз 10 ходили мимо нее. Но, по-видимому, собрал Андреев там способных людей, потому что они ставили многоактовые спектакли. Это мы знаем. Какие, не знаем. Один из тех, кто описал то, что ставили, допустим, это был Достоевский. Достоевский, который тоже принимал участие, может быть, даже писал, будучи здесь 4 года в Омске, тоже принимал участие. Мое время. Давайте как-то лет. Корректируем. Я понял. Но дело в том, что вот когда я занимался, ведь вот эту книгу я по Достоевскому издал уже, когда «Крепость» была. Вот видите, когда «Крепость» была и «Острог», это еще 96-й год, и вот здесь как раз издание Достоевского, как раз написано вот это представление, которое там как раз... Борис Васильевич, посмотрите. Да, вот как эту закладочку такую сделал, это было... Относящиеся. Миниатюры. Да. И, ну, естественно, раз мы уж коснулись Достоевского, то здесь, естественно, и портрет Достоевского вышел. Да, грандиозно. Да, уж раз Достоевский, то и портрет Достоевского вот на среде. Грандиозно. Бивня мамонта. Это маленький вот этот портретик Достоевского.
Это настоящая миниатюра. Настоящая миниатюра. Ну, это очень крупно, чтобы мы тут микроскопы не приносили и так далее. 6 сантиметров максимум. Да. Я, во-первых, наверное, вот еще обращу внимание всех собравшихся на тот факт, что опера пришла вообще в Россию в 30-е годы 18 века. И все равно сам факт появления в Омске то есть 60-е годы 18 века вот такого театра, который именовался оперный дом, он уже сам по себе, конечно, совершенно уникальный. Вот. Но мы должны учитывать и тот факт, что действительно вы правы, что опера в то время был как бы достаточно модным жанром, новым жанром. Да? И мы связываем вообще в истории музыки рождение национальной русской оперы. Это, конечно, только 70-е годы. И, кстати, вот та же опера «Мельник, колдун, обманщик и сват», написанная Соколовским, она действительно не могла быть поставлена в Омском нашем оперном доме в 60-е годы, потому что премьера ее состоялась в 1779 году. Но операми в то время, конечно, называли и драматические пьесы с включением музыкальных как бы номеров, песни народные, хоры народные. Вот именно в таком направлении вот такая тенденция шла в развитии русской оперы. В 50-е годы делались попытки, в отличие от итальянских оперных трупп, просто постановки на национальном русском языке. А вот только в 70-е годы композиторы Фомин, Пашкевич, они уже, собственно, разработали основы настоящей как бы оперы. Она была сама по себе комедийно-бытовая по содержанию, по сюжетам. И вот подлинно национальные русские оперы, они действительно обращались к национальному сюжету. Они включали в себя обязательно народные песни. Обязательно там, даже если хоровые сцены, то тоже основаны на народной песне. Вот эти традиции, они очень и очень, конечно, замечательные и интересные. И все равно, как бы мы тут ни дискуссировали на предмет, когда и что там было исполнено, конечно, сама идея обращения и названия оперного дома – это действительно попытка разнообразить, так сказать, жанровый диапазон постановок, что это включение обязательно музыки. Это вообще вот такая общая тенденция историческая того времени. Но традиции-то действительно оказались очень значимые, потому что мы знаем, что музыкальные постановки, музыкальные спектакли появляются фактически параллельно с драматическими, особенно с того периода, когда в Омске появился, наконец, первый городской театр, драматический театр 1874 года. И спектакли шли постоянно, менялись и драматические, и музыкальные. Но музыкальные, конечно, силами приглашенных каких-то гастролирующих труп. Своих, безусловно, не было. А вот когда мы можем гордиться Омском, это в 1920, конечно, уже году, когда у нас в Омске работал на базе драматического театра две труппы. Одна была драматическая, другая была оперная. И третья вот была оркестр отдельный. Оркестр был. Если вспоминать репертуар, о котором написано, вот, к счастью, сохранились у нас архивные такие данные, в этот период были поставлены самые вообще классические наши замечательные музыкальные постановки. Это опера «Князь Игорь», «Борис Годунов». Это такие десятки. Масштабнейшие русские оперы, которых можно мечтать вообще любому театру сегодня. Да, то есть огромнейшие традиции были заложены, но, к сожалению, очень недолго. Известно, что поскольку Омск не мог содержать театр, оперную труппу, ее перевели, тогда это назывался Новониколаевск или, по сути дела, Новосибирск. И там она просуществовала где-то 12 лет, вот, принося, так сказать, радость, и, конечно, совершенно сыграла замечательную роль в их культуре. Несмотря на то, что судьба Ивана Андреева не баловала, в Омской крепости оперный дом просуществовал довольно долго, до самого конца первого десятилетия XIX века. Театральная традиция прервалась после 1818 года, когда для отвращения случившихся при театре нравственных беспорядков представления запретили, но не искоренили. В Омске чинят разного рода комедии и трагедии до сих пор. И в доказательство этому Джузеппе Верди, знаменитая застольная из оперы «Травиата». Исполняют лауреаты международных конкурсов солисты Омского музыкального театра Иванна Цицей и Алексей Милосердов. Любим, любим, не леди конечка.
sangue fiora, e là fuggevo, fuggevo allora, si le priamo tutta, le bianche dolci premiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Ci avrà.